Вы посмотрите, вот в каком она раньше состоянии была. А сейчас вроде бы чисто, аккуратно построено для людей. Вроде все есть. Ну, говорят, что не дают. Его до конца. Неровная площадка, множество кустов, вылетающие пакеты, а иногда здесь еще и коровы пасутся. Такова теперь территория муниципального пляжа Гюксу. Этот маленький кусочек берега, правда, выделяется из общей плачевной картины. Но его успели привести в порядок еще до того, как проект был заморожен. Все работы по благоустройству приостановили после возбуждения уголовного дела на главу Каякенского района Магомеда Эмина Гаджиева. Глава района и администрация района пыталась это сделать, но, как видите, все осталось так же. И все оно приходит в плачевное состояние. То есть в связи с отсутствием здесь контроля всего этого самого, отсутствие финансов. Работы проводились по хозспособу за счет благотворительных средств меценатов. Местные жители недоумевают и просят республиканскую власть помочь найти решение проблемы, чтобы наконец-то завершить благоустройство народного пляжа. Раз не дают другим, возмущаются люди, то пусть благоустроят сами. Не с района, вот все, которые сюда приезжают, со всей России люди приезжают. И когда вот это видят, неблагоустройство, и как-то нам неудобно становится. Нашему главе администрации тоже не дали что-то сделать. Хотел, вот видно же, что что-то делается, правильно, да? Ну, хотел вот так поэтапно все сделать, ну, все благоустроить, да? Ну, у него тоже не получилось. Муниципальные пляжи, это народные пляжи, это должны государство делать. Сделать для народа и сдать. Единственное место вот здесь, вот то, что мы можем вот приехать сюда, вот здесь. Все перекрыли, все продали здесь. Где-то что-то стали делать. Вот здесь, видите, вот бордюры начали, этот, стоянки для машин. Как-то улучшалось это место. Вот я не знаю, вот сейчас приостановили, на каком основании, зачем. По проекту здесь планировали установить десятки таких удобных столиков, выделить большой участок для парковки и спортивных площадок, построить медпункт и множество других объектов для удобства местных и приезжих. Так получилось, мы часть пляжа успели сделать, это кусок, а остальную часть для нас были препятствия. И поэтому у нас этот проект остался незаконченным. Ту часть, которую мы установили, 4 беседки, парковые площадки, там волейбольное поле есть, пляжный волейбол. То, что мы сумели сделать, вот это только часть. В общей сложности здесь должны были благоустроить 5 гектаров. 3 из них – это бульварная часть, 2 – пляжная. Этот объект вполне мог бы стать как привлекательной зоной для туристов, так и основным местом отдыха самих каякенцев. Все условия здесь для этого есть. Чистое море, золотые пески, близость коммуникаций. Но пока не хватает волевого решения, способного довести до конца благоустройство, призванное преобразить здешний пейзаж и быт местных жителей. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Каякенский район.